Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить ТИФ 2014 года. И... Так, где карта? Давайте посмотрим. Восстановить последний стих поэта. Вот. Вернуть голосовой аппарат. А, есть этот указатель, а то я что-то смутился, думал нету, не будет. Так, этого охранника я вижу. Пойдемте. Ну-кась, ну-кась. Что-то блестит. Нож. Ладно, пойдемте. Хорошо. Брошь. Тут нету охранников, я надеюсь. Ну-ка. Хорошо. На ту сторону мы сможем перейти? Чего-то нету опять звука. Да, это переход в локацию. Как мы в прошлой серии с вами жестко там обнесли ростовщика, прям мне понравилось. Быстро. Вот так. Тут же охранник тусил, да? Или его уже нету? Есть, как нету. А куда он пойдет? Хорошо. Отлично. Сквозняком пройдем. Я думаю, здесь мы были. То есть мы это пропустили? Как так? Как мы с вами могли это пропустить? Вот как так? Понятно. Ничего мы не пропустили. Видимо, мы здесь были. И он опять заблочился. Выключаем свет. Экономим электричество. Чё тут? О. Надо сказать, что мы довольно быстро пришли, вы знаете. Ну, понятно, что не к Эктору. Я думал, мы дольше будем возвращаться. А, все? Ну ладно. Я с вашего позволения. Stone Market. Ой. Игра, давай быстрей. Игра. Погода меняется. Так, ладно. Не могу я сюда залезть, да? Ну это ж площадь же, да? Конечно. Ладно. Тихо, тихо, тихо. Там часовой.
Ё-моё. Это было очень опасно. Ну, по-хорошему его можно снять. Наверняка из города можно сбежать. Привет! Ну чё? Нет никого. Оборона ни разу не видел. Ничего страшного. Поверь, ты немного потерял. Так, смотрим. Тихо. Это тоже стража? Интересно мне знать. Ну-ка. По-моему, нет. Ну, хотя, может быть, и стража. Хорошо. Вставай, Гаррет. Дальше никуда, да? Ладно. По-моему, ты не страж. А это стража? Вон! Видел ее? Видел, видел. Повторяю, тебе мерещится. Опа. Переходим. Сложные переходы. Сложные. Запомнить сложно. Ну, мне во всяком случае. Если бы были быстрые перемещения, было бы круто. Но... сегодня получится. Это у нас казармы или что, как это называется? Ну-кась. Пойдемте. Вот. Давай, давай, Гаррет, ломай. Полностью ломай. Площадь часовой башни, но мы дома у себя. Да. Вот она, часовая башня. Все нормально, вороны. Че вы начинаете? Тут же, по-моему, нет никого. Теперь туда. Интересно. Чё-то я ничего не понял. Нам надо вот сюда. Здесь не за что зацепиться, как так? А? Никого ты не видел, тебе показалось. Тут тупик. Померещилось, померещилось. Давайте попробуем тогда по-другому. Вот так. А повыше здесь нельзя залезть? Это что у нас? Не, не хочу я туда так, пока входить. Как туда пройти? Мы ж как-то проходили.
Здесь закрыто. А там? А сюда он не залазит. Прелесть какая. Какая прелесть. С той стороны обходить. Да мне кажется, нет. Вот мы. Вообще не понимаю я. А это у нас еще и задание, да? Да, основное. Залезли. Ну а толку с того, что залезли, и что? А как в то окно попасть? Никак, что ли? Тут что самое стрёмное, тут и веревку некуда жахнуть. Ну, видимо, с той стороны надо будет обходить, да? Там, где охрана, по всей видимости. Но вопрос в другом. А если там вообще обход? Давайте, давайте, тусите. Ну, давайте посмотрим, а что делать. То, что я что-то не понимаю. Давайте пытаться обойти. Как это? Чё за бред? Не понимаю я. Ладно. Давайте попробуем с другой стороны, что ли. А с другой стороны как? Может, через бурик можно? Бурик у нас где? Тут же? Правильно. Нет, не пролазит. Ну, давайте-то туда пойдем. Попробуем так. А что делать? Здесь никак. Давайте тогда вот отсюда как-то. Если получится. Вон тусят эти перцы. Скручиваем. Хорошая находка. Не видит он меня? Вон я что-то вижу, но это тоже не туда. Ладно. Тихо, 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 тихо. Залезли? Да, нас не видно, все нормально. Тусят, молодцы.
Так. А потом через ящики, что ли? Это гром со стороны Дейпорта? Скорее! Взрыв! И доносился он со стороны крепости! Столько труп входит и выходит из нее. Я всегда говорил, что машина... То есть, это была просто другая сторона. Гаррет, давай. Все понятно. Это за башней. Ну и сейчас тогда мы с вами сразу включим сюжетку, потому что она здесь рядом. Ты вернулся. У меня как раз свободная минута. Держи. Голосовое устройство. Твой вор решил его продать до того, как стража его вздернула. Ну что же, проклятая свинья получила по заслугам. Спасибо, что помог. С голосовым аппаратом металлический человек готов к пробуждению. Это вопрос времени. Ты мне еще понадобишься. А пока я прошу не отвлекать меня. Да ты надоел уже. Я пришел к тебе первый раз, ты читал. Я ухожу от тебя, ты читаешь. Запарил. Так. Завещание дамы. Пропавший поэт. Это мы делать не будем. Так, идите в Грейстоун. Я украл старую книгу из Дома Цветов для человека по имени Орион. Его еще называют Глаз Народа. Он считает, что может спасти город. Я не уверен, что этот город стоит спасать, но люди тянутся к Ориону. Даже Бассо в числе его последователей. Озаренных растет. Подождите. Я не уверен, что этот город стоит спасать, но люди тянутся к Ориону. Даже Басса и число его последователей, озаренных, растет. Особого выбора нет. Кругом барон, голод и эпидемия мрака. Вот теперь понятно. Басса стал почитателем этого ничтожества. Эх, Басса, Басса. Я думал, ты у меня мужик посерьезней. Орион, как вы поняли, мне не нравится. Ну не нравится он мне. И все тут... Вот среди железок, деревяшек, сейчас и пойдем в Грейвстоун. Так, запомнили, Эктор за башней. Прикольные, конечно, переходы между локациями. Такая шляпа. Что тут есть? Как это нет места? Игра. Мы не сорвем маг? Заманить и развести. Что это? Это какой-то рисунок чего-то. Обелиски, он сказал, стоят по всему городу. Интересно. Надо, видимо, будет похожие, что ли, найти. Ну, не знаю. Мне кажется, что все замыкается на центре города, на часовой башне. Я, может, не прав, конечно. Давайте, давайте. Там бароновым псам не отвечают. Мы пройдем. Хорошо. Это он и есть, да? Needs you, да? The Watch. Это око, видимо. Так, а это куда? Ограбление банка? Да ну. Ваше не считаю нужно. Ваше. Друг в беде. Посмотрим, куда судьба закинула баса. Контрабасом. Вот. Непонятно по карте, я вам хочу сказать, куда идти. Непонятно. Но мы ходим довольно успешно. Найдите Джейкоба в Грейстоуне.
хорошо. Игра, кстати, знаете, на Unreal Engine 3 сделана, я хочу сказать, да. А здесь... На Грейстоунской площади паника. Джейкоб уже ничего не расскажет. Но я уже рядом с домом Истин, архитектора оборона. Если кто-то знает, как попасть в крепость, то это тот, кто ее построил. Идите к особняку архитектора. Окей. Прыгай, Гаррет. Ладно. Опа. Тупик. Бери. Двадцать три метра. Что-то как-то кисловато. Отлично. Что это такое? Басса, я очень надеюсь, что крепость действительно нерушима. Кто спалил крепость? Кто спалил крепость? А? Нет, так дело не... Ну... Обязательнейшим образом. Обязательнейшим образом. А вот и дом архитектора. Нет, это не дом архитектора. Городской дом Иствика. Mm-hmm. Как всегда, монументально. И кажется, этой ночью я не единственный посетитель. Но мы проникнем в дом, конечно. Конечно, проникнем. Гаррет, можно аккуратно поинтересоваться, почему ты не залазишь? Ладно. Гаррет. Что вот это? Наверное, да. А он еще тусит. А Гаррет почему-то залезть не может никуда. Интересно, почему? Ладно. Пойдемте вон туда. Что там? Все тихо. Тихо. Миссия провалена. Ясно. Я думал, сюда никто не ходит. Ну что ж, собачка. Ой, собачка. В прошлой серии мы убили собачку. В этой тоже, видимо, придется. А что делать? Городской дом Иствика. Как всегда, монументально. И кажется, этой ночью я не единственный посетитель. Ну-ка. Там я вижу... Это.
Возможность канатную стрелу жахнуть. Вон они, черти, ходят. И куда они пошли? Так, ну собачку придется, да? Увы, увы. А что поделать? Что поделать? Законы выживания суровые. Прости, песик, я не хотел, но мне пришлось. У нас стелс. Друзья, надо выживать, это не дело. А чё, эти черти не придут? Не, идут вроде, я вижу. А их дохлая собака никак не насторожит, не насторожит? Интересно мне знать. Ха-ха-ха, лошары! Ну-ка. Вообще нет. Где канатная? Ля-ля-ля-ля-ля. Куда мы там можем особо подняться? Так, ну вот тут вот что-то я вижу. Ну-кась. Давайте спрыгнем. Это газ, что ли? Я не пойму. Давай, Гарри. И чё? Мы не вырубили его? Подождите. Тоже нет. Ну тогда я не понимаю, в чем смысл здешних шараханий. Взрывных стрел у меня нету. Серьезно. Так. Придумал себе геморрой тоже, ну ладно. Ладно. Не стоило того совершенно. Гаррет, быстро, быстро. Ага. Как же, как же. Ну, что тебе сказать? Если бы ты был нормальным собакеном, не гавкал, когда я прохожу, было бы хорошо, а так? Но пришлось, да, пришлось. Что поделать? Хорошо. Хорошо, прекрасно. О боже мой. О боже мой.
На-на-на-на-на. А что у нас, кстати, по целям? Давайте посмотрим, а то мы ж не смотрели. Убить, оглушить десятерых и в то же время быть невидимым. Прекрасно. Я просто не знаю, куда там идти за ним. Ладно, пусть живет. Тихо. Вроде кто-то движется. Ты слишком медленный. Все. Вот и все. Теодор Иствик, служитель льва. По приказу самого барона Элиаса Нордкреста вы должны сдаться баронской страже. Нет смысла торчать тут с незваными гостями. Мастер, надо Иствик, действовать деликатно. Выходите, вам же лучше будет. Откройте дверь! А где Иствик тусит? Он там в крысу Салли Джексом с собой играет. Бесполезно. Если щитовик не выломает дверь, мы тут всю ночь проторчим. Интересно, что они кладут? Свидание. У нас очень агрессивное прохождение. Мы убиваем охрану, да. Убиваем. Ну это мы режем, естественно. Какая прелесть. Превосходно. А тут ручки нет. Чё ты сюда тарабанил, идиот? Чё ты сюда тарабанил? Какой большой дом. Превосходно, я доволен. Так, ладно. Дом прям мое почтение, я хочу сказать. Прям вообще. Тащим. Все, что попадется под руку. О. Сюда рано пока. А она что, не слышала, как звали мастера Иствика? Я что-то не понял. Хотел бы я встретить барона и пожать ему руку. Обстановкой грохнем. Не будем. Ну пойдемте тогда, что делать? Пойдемте. Тетушку придется обнести, да. Она, судя по всему, глухопердия. Надеюсь, это не мотор. Видали? Видали квалификацию? Тут птичка. Тихо. Если мы ошибемся, то птичка сразу зачирикает. Ой. Превосходно. Тихо.
Yes. No. Так. Тихо. Вот. Замечательно. Офигеть. 150. Вот это мы хорошо вытащили. Все. Ничего не было. А теперь... Сегодня нет? Холодно. Стоп, там же еще дверь была, правильно? Видали, как мы у него красиво выдрали серьги? Вообще без крови, без ничего. Вот тут. Конечно. Она увидела. Это плохо. Что она увидела? То есть получается... Нет, в ту дверь нельзя. Нельзя. Тут что? У нас еще есть наши жизни и почти все зубы. Блин. По-моему, здесь мы все вытащили. Надо отдохнуть. Там еда. Мы сейчас прям под лампой стоим. Да не, мне кажется, забрали. Ой, пойдемте. Давайте закроем. Мы смотрим друг другу в глаза. Так лучше будет, я думаю, да. Он так и стоит под люстрой, да, так и стоит. Что там? Ой, жутко устал. Что-то блестело, да, подсвечник там. Ладно. Обошли, что ли? Я что-то потерялся в пространстве. Какая прелесть, это мы обошли. Вот я даю. Опасно нынче на улице. Тогда получается вон туда. Тебе показалось, нет никого. Тоже? А что-то да? Не так. Сюда наверх, но мы были здесь уже с вами. Ну да, были. Тут вот он, солдат. Так. Поднимитесь в кабинет архитектора. Там мы чё... Подниматься тут... Но это... Выход, но он завален. Правильно? Правильно. Поспать бы. И все равно мне непонятно. Тут какой-то другой, что ли, вход есть? Какой? Ну ладно, игра уговорила, чё.
Все? Птичка сейчас успокоится? Ой, какой кошмар. Какая нелепая смерть. Успокойся. Успокойся. Там, по-моему, кто-то справа был, да? Ладно. Ой, сколько тут всего. Сегодня холодно. Я не хотел никакой революции. Я хорошо жил. Что мне теперь делать? Мастерин, ты хорошо придумал. Надо замеряться по два. В подвале запираться. А, понятно. Так, дорогие друзья, вот здесь вот я закончу серию, потому что надо уже ее заканчивать. Я думаю, что в следующей серии мы дообнесем этот дом. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на YouTube, на паблик, на Яндекс.Дзен и Рутуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.